Современный образ Беларуси на фотоснимках. Альфа-банк подвел итоги масштабного фотоконкурса «Golden Беларусь». Из более чем 500 работ международное жюри отобрало 15 лучших. Снимки финалистов подогрели интерес к грядущей церемонии. Ведь победитель конкурса получает серьезное вознаграждение – $2000 и грант на обучение в лондонской школе «Централ Сейнт Мартинс». При этом фантазию авторов практически не ограничивали. Единственное требование – работа должна ассоциироваться с мобильным стилем жизни. Мобильность – это основная часть стратегии банка. Мобильность для меня – это как ритм будущего. Это ритм молодой генерации. Поэтому это совпадает с нашей стратегией. Нам нужно это хорошо понять. Нам нужно понимание наших клиентов. И нам нужно понимание, как работать не для клиентов, только с клиентами. Просто потому, что Альфа-банк – это банк в ритме жизни. Это банк в ритме жизни наших клиентов. Конкурс «Golden Беларусь» состоялся и состоялся уже во второй раз. Я хочу сказать, что для Альфа-банка он уже стал традицией. А в этом году масштабы конкурса поражают. Практически в два раза больше фотографов приняли участие в нашем конкурсе. Это более 200 фотографов. Очень приятно такое внимание со стороны профессиональных фотографов. Мы уверены, что сегодняшние наши победители достойно представят нашу страну на обучении в Лондоне. Всех финалистов пригласили на церемонию награждения, до конца сохраняя интригу. На втором месте оказалась работа фотографа Эндрюса Коваса. В качестве приза сумма в $1500. Лучшей признана фотография известного белорусского дуэта Коноплев-Лейдик. На ней запечатлены модели, о которых можно сказать молоды душой. Бабушка и дедушка весело катаются на самокатах у футбольной арены в Борисове. По этому снимку едва ли скажешь, что Андрею Павловичу уже за 80, а Маргарите Тимофеевне 77.